Кейт Миддлтон и принц Уильям повеселились с детьми в любимом пабе. 37-летние герцоги кембриджские провели семейные выходные в сельской местности. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма поужинали в заведении в Баклбери. 5 сентября принц Джордж и принцесса Шарлотта пойдут в школу. В последние дни каникул Кейт Миддлтон и принц Уильям решили их порадовать. Они отправились в поместье родителей герцога кембриджской, расположенная в деревне Баклбери, графство Беркшир. Это местечко находится примерно в часе езды от Лондона. Звездных родителей вместе с детьми заметили в местном пабе Талтбоут Инн. Они провели тихий семейный вечер с ужином и играми на свежем воздухе. Я думаю, что им нравится приходить к нам, потому что люди оставляют их в покое. Никто не беспокоит и не просит сделать селфи, рассказал хозяин заведения Андрей Клаасин. По его словам, 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта тоже любят проводить время в заведении. С одобрением персонала родители не ограничивают их. Они позволяют юным наследникам бегать и веселиться. Клаасин рассказал забавную историю о старшем сыне Кейт и Уильяма. Когда Джордж бывает здесь, он носит камуфляжный костюм. Он играет и прячется. При этом ты должен притворяться, что не видишь его, с улыбкой пояснил ресторатор. Андрей отметил, что это очень милые, воспитанные и очаровательные дети. Юная принцесса даже нашла здесь себе подружку. Шарлотта очень милая. Она играет в саду с дочерью моего партнера Ребекой, поделился Клаасин. Владелец паба рассказал об интересном случае, который произошел с представителями королевской семьи во время их визита в паб. К нам неожиданно подогнали автобус, набитый голландскими туристами. К счастью, никто даже не узнал Кейт и Уильяма, не догадался, кто они. Настолько непринужденно они выглядели, совсем как обычная семья, улыбается Андрей. Местный паб пользуется популярностью у семейства Миддлтон. Здесь часто бывают родители Кейт, Кэрол и Майкл. Сестра герцогини Пипа вместе с мужем Джеймсом Мэтьюзом также нередко заезжает в паб, когда они гостят у родителей девушки. Дети герцогов пойдут в частную школу Томаса Баттерси. Мы очень рады, что герцог и герцогиня кембриджские решили, что принцесса Шарлотта присоединится к старшему брату, принцу Джорджу, в нашем заведении. С большим нетерпением ждем возможности приветствовать их и всех наших новых учеников в школе в сентябре, заявил директор школы Саймон Амле. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. У нас на канале вы найдете много интересных видео. Впереди еще много интересного. Подписывайтесь на нашу группу ВК. Благодарим, что вы с нами.